Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала. С вами Титан. Мы продолжаем играть в замечательную игру Darkness Dungeon. И потихоньку у нас, ну, не знаю, насколько хорошо, но по крайней мере начали копить деньги. А это благодаря тому, что ходим именно в руины, что там как-то попроще, наверное. И постепенно прокачиваем героев, ну и так далее, и тому подобное. Но до этого было, конечно, очень тяжело. И вообще тут, как я понял, когда денег нет, все у вас, все. Так это просто... Ну хорошо, у нас диковинки. Так, нужно сразиться в 100% комнатах. А почему в 100% комнатах, если до этого было 90% комнатов? А куда я вообще... А, ну да, в руины. Ну, видимо, дальше проходим, а оно дальше другие задания получаются. Логично. И, по идее, должно дальше сложнее быть. Но я надеюсь, что не так быстро это все... Не так быстро это будет сложнее. Ладно, пошлите. Так, нам надо сюда. Я опять же забыл купить какой-то хворост. Ну, что ж такое? Как привал делать. Я вот эту механику хотел посмотреть, как это происходит вообще. Но, видимо, здесь хворост и так далее и тому подобное. Забыл я там запастись хворостом, потому что решил экономить. Ладно, не страшно. Диковинки, давайте диковинки. Так, у него, я надеюсь, у тебя никаких нету. Болезни, хрупкость. Ладно. Думаю, не заберет ли он добычу. Так, ничего нет, да? Но это печаль. Так, здесь где-то ловушечка у нас. Обезврежена. И у нас опять диковинка. Денежки. Ну, немного, но... Но, тем не менее. Мелочь, как говорится, а приятно, да? Так, о! Ё-моё. А еще скажите, ребята, вот почему иногда разведка срабатывает? Я вот тоже как-то механику эту не понимаю. Я понимаю, из-за факела зависит, да? Вот иногда оно срабатывает, а иногда нет. Я же ничего не нажимаю. Или если факел хорошо светит, с каким-то процентом, получается, разведка может сработать. Да, вот скорее всего так. Наверное, я прав. Так, препятствие, так, что куда? А, ну мы сюда идем, куда еще идем? Препятствие, вот опять вот этот, у нас опять нет лопаты, опять они сейчас будут это без лопаты, это все сами разгребать. Все, сами будут разгребать. Гущество, у него даже что-то хорошее появилось у него. Ха-ха-ха-ха. Бывает, и бывает, что хорошо. Так, сейчас у нас будет бой. А, давайте еще факел зажгем. Чтоб у нас бой как-то лучше это был. Врасплох их застанет. Вот. Я вот этого и ожидал. Нам не уйти отсюда, если только мы всех не перебьем. Да, конечно, перебьем. Давай. Не-не-то. О, как-то он усилил всех взял. Молодец, слушай. Это ближний бой. Это... Всем типа им... Плохо. Давайте сделаем, чтобы им всем плохо. Им всем плохо. Так, теперь этот у нас... Так, глушение. Яд, оглушение. Так. Давайте яд. Тому сделаем яд. Ага, а этот у нас... Как-то надо было этому вперед, да, и потому что я не вижу, у него же там много этих, ой, для ближнего боя там умений. Ну смотрите, вот они, умения. А почему у меня только вот до сюда, а вот этих умений нету? Это когда мы трансформируемся в животное, у нас появляется вот это и вот это. И тогда ему нужно впереди стоять. Все, ребята, я понял. Трансформация в животное.
другие стресс, видите, получают. Но хотя бы, не знаю, один раз надо это попробовать, потому что, ну, мне интересно, честно говоря. Так, это у нас яд на двух, а это оглушение. Давайте еще яд им. О, яд еще сделали. Так, теперь знак союзникам. И факел делается больше. Так, это двоих. Это одного. Давайте вот это двоих. Так вот. Он выглядел больным. Кто выглядел больным? Так, вот яд хорошо. А он стреляет в этого. Ладно, он обливает его. Обливает. Так, держитесь, ребята, держитесь. Нам еще долго идти там. Промахнулся. Молодец. Так, это их ослабляет. Это ближний бой. Ну что ж, давай посмотрим ближний бой. Вот. Это он... Вот, это у меня... Шибанул-то. А давай мы на себя. Стрессик снимем. Давай. Давай вот это вот у нас будет... Так, это лечение? Нет, вот ободряющий на вот эту. Давай. Она просто сейчас как стрельнет. А, она не стрельнет. Он в нее опять. Ну хорошо, что мы ее немножко полечили. Так, а она не... Она снятие оглушения, снятие отметку. Плюс 10 сопротивления ослабления. Снятие оглушения. У нас... Ну вот это у нас... Так, ну я так и не понял. А, ну там не оглушение было, но... Хорошо. Как-то они у меня все перемешались. Герои, они не могут выполнять свое... Снятие стресса. Кстати, прикольно снятие стресса бы сделать. Так, герой плюс 5. Давайте как-то еще его ослабим, если это там возможно так. О, вот это наконец что-то может ударить его. Промазал. Теперь этот у нас ободряющее лечение. Не знаю, давай на этого. А, он, в общем, отряда умер. Это хорошо, так. Подожди у нас, давай ты у нас вперед, вот так вот. Как-то вот так. Так, 6 факелов, и мы идем дальше. У нас дальше диковинка. Посмотрим. Угу, небольшое. Небольшое, так скажем, золотишко. Так. Ой-ой-ой, а мы их расплох не застали. Да, плохо. Плохо-плохо. Всех ослабляем. Так, вот он сейчас начнет обливаться. Обливать. Ну, вы поняли. Так. Так, глушение. Это у нас яд. Давайте этих ядом, как обычно. Этого у нас... Это, кстати, можно еще вот этих ядом сделать, да? Можно оглушить. А давайте вот этих ядом. Ну, чтобы они все потихоньку там как-то это... как-то всем плохо становилось. Так, на этого не подействовало, ну ладно. Так, опять он его облил. Обливанец какой-то. Обливанец. Эх, держись, шут. Держись. Промазал. Молодец. Так. Так. Ну. Промазал. Вообще. Хорошо.
Так, ближний бой. Давай, ты можешь, ты могёшь. А я помню, он там... Сколько сделал? Я не помню, там 20, что ли, как нанес. Так, а может проверить, сделать животное? Перейти в режим животное, плюс 20. Другие герои, плюс 8 стресса. Плюс 8 стресса получается. Нет, давайте мы себя полечим. Так, это... Давай еще, еще ядом. А у них яда от этого больше будет уходить? Или нет? Так, снятие оглушения. Плюс 3 факел. Он, конечно, тоже не на том месте стоит, где бы хотелось. Но зато сейчас факел больше будет. Эх, 8 этого. Эх, держись. Так, да, мы все еще раз оглушим, ослабим. Держись. Так, дальняя. Оглушение, трансформация. Так, тот умер, это хорошо. Так, давайте вот этот сюда. 4. Вот, все хорошо, остался один. И ободряющий. Давайте мы, я не знаю, давайте его, чтобы он мощнее у нас стал. Этот, конечно, на этого нападает. Держись, шут. Держись, слушай, мужик, держись, давай. И дай, как дай ему. Вот так вот, ты же можешь, ты могёшь. Единственное, так, ты знаешь, куда ты? Сюда. Тебя бы полечить бы тебя. Едушкой. Едой бы тебя полечить. А остального ничего нету. О, ослабляющий эффект можно с тебя снять. Вот, видишь, я тебе все почти отдал. Так, ну что, идем в следующую комнату. Сколько у нас факелов? 6. Ну, давайте сделаем посветлее. Может, сейчас полезное попадется. Замок с ловушкой, яд. Да что ж ты будешь делать-то, а? Ладно, у нас есть от яда это. Врасплох застали? Нет, не застали. Надо было... Ладно. А, секунду, он не может ничего делать? Или это только сейчас пока... А, я уж что-то испугался. Так. Что если в зверь? Мне просто интересно, как. Ну, у меня у этих сейчас стресс поднимется. На 8 причем. Но опять же, я ни разу не смотрел трансформация в животное. Ну, как бы это ни стоило нам... О жизни. Да, ребята. И у него другие будут, ну, умения. Ладно. Пока я... Не хочу пока испытывать это все. Так, ослабляем их всех. На тех яд. Держись. А, двоечка, ну ничего. У него же мало вообще. У него мало жизни. А, держитесь, ребята. А он подвинул. Ах же ты какой, а?
Вы посмотрите, он подвинул нашу Она же не может ничего делать из-за этого. То есть ты не... Ну, с этим хотя бы обменяешься. Так, ну давай, давай. Так, он почему-то после... Ну, он после этого, видимо, уходит на какую-то... на заднюю позицию. Держись. Держись. Слабление вот этого кровотечения. Так, подожди, стой, мужик. Давай мы тебя перебинтуем. Вот так вот. Так, наконец-то он может вот этого, вот этих ядом сделать. Так. А она эту нападает, да? Какие вы? Она не может вас стрелять, а вы нападаете. Так, ладно, тот умер. Ой, этот умер. Хоть полегче немножко стало. Так. Вот, она хоть передвинулась куда надо. Снятие стресса. Так. Давайте еще раз их ослабим. Он только одного может, да? А этого оглушения. Или вот этого оглушить. Нет, давайте ядом вот этого. Вот. Это так, ободряющее излечение. Герой вылечит отравление, кровотечение. Он вылечивает отравление. А, вылечивает, смотрите. Держись. Троечка, это не смертельно, я надеюсь. Так, вот, теперь она может... 4. Ну, понятно, что мы сейчас вот это будем бить. Пятерочка. И все, он от яда умер. Вот это нормально, вот это комбо. Так, держись, ты... Подъем, так. Ну, давай. Ты можешь, 15. Вот это ты, я же знаю, что ты... Я знаю, что можешь. А что такое? Ускоряющий ранец, только могильная воровка. Мы ранец получили. Прикольно. Так, ребята, давайте вы сюда. А ты, вы сюда. А ты... Я не знаю... У нас этот на первом месте или тот на первом месте? У этого... Это же не на первом месте у него. У него вот эти на первом месте, но я понял. Так, а у этого... Угу, на том месте. Да ладно, пусть тогда этот первый идет, то как-то у нас не очень. Нам... Так, тут факел же, да? Факел это... Хорошо, факел это... И теперь у нас, давайте 100, и мы сейчас должны врасплох застать. Застали врасплох. Не застали врасплох. Как так не застали врасплох, не понимаю. Как так-то врасплох не застали? Он сейчас стрелять будет по всем. Держитесь, ребята. Так. О, он большого может задеть, но он просто за 2 идет. Он идет за 2, ослабляем всех. Эх, у нас у того-то что-то мало жизни совсем. Держись, мужик, держись. Держись, мы сейчас тебя чем-нибудь вылечим. Только не... Все, он убили. Убили нашего шута. Такой хороший шут был, он, кстати, помогал, бывало. Бывало помогал. А она сейчас здесь стрелять не может, да? Так, ребята. Ну что ж, давайте на этой не очень счастливой, как бывает у нас вот в этой игре, моментах закончим эту серию. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.
Всем спасибо, всем пока.